Чигири. Вот там улица Восточная, дом Восточная, дом 8. Это лужа. Заводь, так сказать, которая образовывается за счет того, что с дома по улице Восточная, дом 8, сливают воду с подвала. Вода идет на проезжую часть, которая преграждает дорогу к жилому сектору. Обойти ее тут, как вы видите, нереально. То есть пешком не пройдешь. Ну и скоро на машине тоже не проедешь. Вода ищет путь, уходит в поля. Еще пару дней, и мы, жители Песчаной, Каштановой и других улиц, просто не сможем проехать себе в дом. Прошу властей отреагировать и разобраться в данной ситуации.